Всем привет, с вами Виктор Новиков, и в этом видео я расскажу, как переводить деньги в кабинете Kairos между счетами. Для этого нам надо зайти в свой кабинет Kairos и перейти во вкладку Money. И здесь мы видим наши три аккаунта. Первый — это Current, это счет, предназначенный для покупки продуктов или пакетов Kairos и для перевода между партнерами. И именно на этот счет мы вводим деньги из внешних платежных систем. Второй счет — бонус. Здесь указывается сумма денег, заработанная в течение месяца. Рядом с надписью «Баланс» как раз и есть эта сумма. Но выводить мы можем только ту сумму, которая рядом с надписью «Available for transfer». Так как ниже мы видим такое понятие, как карантин, которое длится 14 дней. Это делается для защиты прав потребителей, принятым во всем мире. И он как раз и составляет 14 дней. Также это требование карты Visa и MasterCard. В дальнейшем компания планирует ввести свою платежную систему. И как раз с этого счета можно будет выводить деньги напрямую на карту Kairos Technologies. И третий счет — Salary. Он предназначен для вывода денег уже на наши банковские счета или карты e-payments. Как я уже говорил, деньги копятся на счету бонуса. И оттуда мы будем переводить внутреннюю валюту на счета Current и Salary. Для этого нам надо на счету бонус нажать Transfer to Current или Salary, в зависимости куда нам надо. После чего появляется окно, где надо указать еще раз счет, на который нам надо перевести деньги, и вписать сумму. После чего нажимаем «Трансфер». Платеж прошел, если появилось окно о подтверждении платежа. Проходит платеж около 5 минут. Таким же образом мы можем перевести деньги со счета Salary на счет Current. И у нас остается еще две операции. Это вывод на карту или банковский счет и переводы денег своему партнеру. Об этом я расскажу в следующих видео. На этом все. В описании есть мой номер Skype и ссылки для регистрации. Звоните, задавайте вопросы, зарабатывайте с нами.